Всем доброго утра! У нас уже второй день. Свет тут какой-то такой слабенький, да? Мы идем на завтрак в 8:05. Сказали быть внизу, но сейчас ходим до Григория в номер. И подойдет 10. Так, а где они нам взяли? Вот это они два стола? Давай еще третий. Да. На завтрак каша с маслом и с изюмом, молочная. Морским бризом. Угу. Ты прям в липчик еще. Ну что? Что ты тут смотришь? Едем на экскурсию на Олимпийский парк, да? Легче, мне кажется, в этих показать. А где он? 600 рублей плюс 150 на электромобиле будем ездить. Ну, да? это же уже там потом. Завтра. Угу. В 11. Вчетвером. Да. Вот здесь вот все. На ресепшене. Лена тоже самое сказала. Теперь к Измеровым в гости идем. Да, картину ее снимать. На 6-м этаже паласа. У нас везде плитка. А у нас... А ты тоже пришел на картину посмотреть? Да, картину, конечно, подобрали. У них, наверное, их подкармливали. Да, уже убежал. Не, она вон выиграла. Вон голос. Ай, вот. Класс. Что не гоняй? Что, они догоняют? У вас и... Минут. Все, Гриша на тренировку собирается. В 10 часов, да, у тебя? А чего ты? У нас одна же. Карточка одна не работает? Да, все остальные. А Роме есть карточка? Да. Которая не работает? Нет. Сейчас проверю. Обязательно надо спускаться по лестнице. На лифте нельзя, да? Мой Вера, это лаврушка? Да, это ж лаврушка. Да ты чё? Ну, понюхаешь. Ну да, лавровым листом пахнет. В общем, мы вышли на прогулку. Перед обедом мы будем узнавать, когда нам в аквапарк. Мы вообще по карточке можем ходить хоть каждый день. Хоть 2 раза в день, но узнаем, когда наши все пойдут. Скоро зацветут. Нарциссики уже повылазили. Лавровый лист вот так вот растет на дереве. Просто обалденно спускаться к морю. Вернее, в аквапарк идем. Да, вид тут вообще, да? Здесь какой-то ночной клуб. В принципе, зачем спрашивать? Просто так ныряйте. Сразу, да. Где вход, кстати? Я не знаю, мне кажется, может быть еще ниже, нет? Нашли мы вход в аквапарк. Вот он. Тут, если бы мы приедем летом, да, то мы будем вот на этих с Дианой горках кататься. Да, и на вот этом слонике. Он рухнет, если мы все туда зайдем. Да, у нас двоих хватит. Смотрите. Да. А у нас же бесплатно? Да. Что, тут звук есть? Наверное. А сейчас выступает заслуженная артистка Старомушастовская Диана Мельтева с танцем, с полетом вниз головой. Это я показывала, как правильно летать. Да? Все, короче, к Диане. Кто хочет летать? Ой, давайте вот тут вот с этими облезлыми пальмочками сфотографируемся. Ну, на ступеньках. Ну, правда, они замотаны, но ничего страшного. Ну, что, так ты их сняла? Они очень красиво смотрятся. Да. Боже. Да, ну все, не ходи прям туда. Я нашла подруга. Мы уже пришли в аквалоу, в сам аквапарк. Здесь шкафчики для одежды. Выдали нам вот такие синенькие полотенца по карте. Карту оставили в залог, а полотенце нам дали. И все, сейчас уже пойдем купаться. Душик, чтобы обмыться. Мама вот еще пойдет. Давайте, полотенце надо? Скатилась я с горки, страшно было очень. Жутко с лопой. А маме говорю, что лучше ей не надо. Или пойдет кататься. Сейчас будет ехать. Ну чё, да? Ну что, страшно так же? Дыхание задерживает. Опять? Задерживает? Ну, когда начинает петлеть головой, ой. Ну что, здесь тебе понравилось? А? Понравилось? Мы накупались, сейчас пойдем на обед. Идем мыться и сушить голову. Посмотрим, что тут за тем. Тепло. Девочки, вообще как тепло. Да, как будто мы весна. Вы красунки еще не взяли? Не взяла. Хотела такие тоненькие ботиночки взять. Теперь выход. Нам, да? Сейчас. Ну вот, турникет. Да? Подняться. Хоть туда, хоть сюда подняться. Ой, Диана, ты что-то закружила все. В ту сторону они уже не крутятся? В ту сторону они, наверное, летом, да? Я нормально видео снимаю. Борщ у нас на обед с сухариками и со сметаной. Так, борщ мы поели. Теперь брикадельки, рыба, курица и салат. Без заправки, майонез отдельно. Или сметана, там кто что хочет. Теперь еще фрукты и апельсины. Ну что, мандарины сладкие? Сладкие. Да, и апельсины тоже очень-очень вкусные. Гул тут вообще, градус сколько народу, да? Куча, да? Я знаю две таких. Да? Гриша, где твоя пара? Это океанариум. Ой, это крокодила ферма. ощущение, как ты не ходила уже прилинать. Ты тоже это заметила? Я тоже. Да? Он на мне был. В цирке? В цирке он на мне ползал. Да? А мы тоже были в цирке, вот такого желтенького держали. Что там еще? Крокодилки маленькие. Примерно так же. Тонна. Ну, 800-900 килограмм. Эти крокодилы докидаются. Хоть они и маленькие. Они даже что-то видят, да? Этих крокодилов используют на кожно-лотерейную отрасль. Ну, то есть делают все в сумочке, мясо, ремешочки, шнурочки. Глянь, какой злой, да? Этих крокодилов разводят. Ему 13 лет. Да. И кто же у вас кормит крокодилов? Вы? Ты делаете? Целые руки, Я же говорю, на людей кидает. А почему? Не знаю, вот мы его так воспитали. Не кидается, ему все равно. Парящими, ну, случилось не очень приятная ситуация. Не, ну, перевозили давно? Ну, года 3-4. Добрый крокодил. Это кто? Варан. Она беременна? Она, да. Она вас боится, да? А что нас боится? С умом сразу разрывает. Игра в догонялки. А Саня лысая. Привет. Привет. На ту сторону, да? А, это типа я плыву. Теперь я даже не потыкаю. У меня руку взял. Тебя от крокодила. Не сидят. Сейчас хвост разрезанный. Они сейчас воду. Как он катал. Платит что? Да, я пойду с крокодилом. Он там за часов 8 один раз моргнет. Родителям холода идти. Давайте мы там чуть-чуть впереди станем. Рома, самый главный любитель. Нет, никого никуда. Ты что, мусорить нельзя? Не на, ага, я узнаю. Бля, как красиво. Тебе нравится? Я судья. Бабушка вместо крокодиловой фермы, пока же ходила за покупками, это Калюня, да? Ага. Николаю Степановичу нашему. Ну, сходили мы с Дианой в спортзал, телефон, правда, здесь оставляли. Вот такая тут раздевалка, шкафчики без ключика. Ой, ты мою попу. Да, вообще-то ты мне перекрыла весь обзор шкафчика. Так, в общем, шкафчики без ключей. Мы один только нашли, да? В углу с ключом, который работает. А там как-то все тут на честном слове, в общем, аквалоу, честные люди. Вот теперь мы сидим на диване, и сейчас пойдем с большим зеркалом фотографироваться. Видишь, вот тут, ну, два, короче, шкафчика, который закрывается. Пошли теперь, где большое зеркало. Там еще в том углу раздевалка, а что там, душ, да? Душ, большая мусорка. Здесь, короче, все. Тут все на честном слове, все на честном слове. Вот даже ручки нет, но здесь не видно на самом деле. Так, а тут еще есть большое зеркало. Вот оно. Это огромное. Да, это самое красивое, да? Да. Ну и что? Защищает своих деток. А, еще раз будет? Гриша победил. Да? А, Гриша победил. Мать пока была в интернете, Гриша победил. Гриша обошелся без мамы. О, Родион. Родя. Родя! А, молодец! до середины и потом болтай. А он же с этим, который с Гришей в комнате живет, да? С Кореновкой. А это Кореновка ради? Вот, вот мальчик. Гриша, Гриша. Возле себя. Богдан. Наш молодец, болеет за своих. Богдан, ты что ты спину? Ну подгуляй. Ты родион. Да нет, они же вон три своих. Ну да. Гриша! Гриша третья. Нет, Гриша победил. А теперь Гриша. А, Гриша третья, да? У Богдана второе. Надо там быть, рядом. Не, ну я просто... Он даже не понял, по-моему, да? Он так. Гриша, я тебя вот ищу, я думала, ты там танцуешь, а ты в баре? Я танцую. А ты что, тоже в баре сидишь? Мама, дай мне еще 50 рублей, я тебе сок. Гриша, 50 рублей мы на что пришли? Спроси у сэнпая, можно купить сок или нет? Пойдет, спроси. Делайте, что хотите. Зажигайте, поехали! Чувствуете, как душа поет. Увлечен танцем, можете посмотреть на людей, они на вас смотрят.